В ноябре Федерация профсоюзов Ульяновской области отметит 70-летие со дня образования. В честь юбилейной даты в Ленинском мемориале состоялось первое за многолетнюю историю организации расширенное заседание Совета. Обширная встреча – одно из ключевых событий в калейдоскопе праздничных мероприятий. Профсоюзные лидеры предприятий и компаний региона в одном зале отвечали на вопросы дня сегодняшнего. Обсудили концепцию совместных действий по развитию профсоюзного движения на ближайшие 2 года. Одна из основных целей, которую мы не скрываем, мы действительно хотим, чтобы было увеличение первичных профсоюзных организаций, чтобы росли ряды членов профсоюза, чтобы свои права они защищали только на основании закона и наличия трудового коллективного договора на территории своих предприятий и учреждений. Сейчас в регионе насчитывается 1109 профсоюзных организаций, 93 тысячи представителей в них. И это без учета ветеранских и студенческих объединений. В дальнейшем общая концепция выльется в письменный документ, заверенный подписью губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Программа нацелена на повышение уровня благосостояния работающего человека и организацию социальной правовой защиты трудящихся. Акцент и на помощь работающей молодежи. В этой сфере, согласно майским указам президента Владимира Путина, наш регион ведет активную политику давно. И внутренняя политика Ульяновской области, как и политика страны в целом, применима к тому, что они помогают молодым специалистам, чтобы они приходили в школу, приходили в новые места. Такая помощь, например, возможна, как выплата ЖКХ, помощь в оформлении ипотеки и выплаты, которые платит сама Ульяновская область каждому молодому специалисту, который придет в школу. Молодым специалистам выделено служебное жилье, они стимулируются, в том числе материально, получают материальные надбавки. По их желанию проходят различные обучения, дополнительную специализацию. То есть все, что необходимо, собственно говоря, делается. Наша промплощадка включает в себя 7 заводов. На данном этапе работает у нас общее количество около 35% молодежи. Мы всячески стараемся оказывать им поддержку. Одна, значит, из этих вот поддержек, касаемо как раз Ульяновской области, это сейчас определение наставничества. От официальной части перешли к торжественной. В конце встречи 18 активистов организаций получили благодарственные письма и почетные грамоты за весомый и многолетний вклад в развитие профсоюзного движения региона. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.